Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна. Мы учим английский язык уровня Intermediate не для начинающих, а для тех, кто застрял в этой клоаке грамматических правил, нюансов использования тех или иных грамматических конструкций в английском языке. И работаем мы с вами по прекрасной английской грамматике English Grammar in Use, автор которой Raymond Murphy, Синий Мерфи. Я думаю, вы знаете об этой книге, если нет, срочно скачайте ее или купите. Это один из лучших учебников, в котором очень много объяснений, но проблема в том, что учебник этот полностью на английском языке. Чтобы вам было проще учиться, я делаю объяснения каждого юнита Мёрфи на русском языке. Это очень полезно для моих учеников, которым я даю свои уроки, живые уроки, а также всем, кто учит английский язык и хочет его хорошо знать. Итак, сегодня у нас юнит 22. Напомню, в предыдущем юните мы с вами говорили о будущем времени английского языка Future Simple, а также рассмотрели два вспомогательных глагола will и shall, которые связаны с этим временем. Will в современной английской грамматике употребляется с любым подлежащим, с I, you, he, we, they и так далее. Shall раньше когда-то употреблялось с I и we, но сейчас shall в основном используется только в значении модального глагола. Сегодня мы с вами поговорим еще о некоторых особенностях. Ну, давайте переходим непосредственно к нашему уроку. Вспоминаем, что мы не используем вспомогательный глагол will, чтобы говорить о том, что мы уже до этого решили, насчет чего мы с вами определились и составили план. Для этого есть другое время, другая форма выражения. Например, если мы скажем о Диане, что она на следующей неделе работает, у нее это есть в ее расписании или у нее есть такая необходимость, мы не будем говорить Diane will work. Мы скажем Diane is working next week. Второй пример. Are you going to watch television this evening? Ты будешь смотреть сегодня вечером телевизор? Мы спрашиваем о том, что человек запланировал себе на вечер. Вот эти вот формы is working, are going to watch, это формы, визуально формы present continuous. Подробно о них мы говорили в юнитах 19 и 20. Обязательно посмотрите их, потому что в английском языке есть много способов сказать о том, что вы запланировали или что вы будете делать в будущем. Итак, очень часто, когда мы говорим о будущем, мы не говорим о том, что кто-то вдруг решил это сделать в данный момент. Очень часто мы говорим именно о планах. Например, Kate is doing an exam next week. Chris and Joe are talking about it. Катя сдает экзамен на следующей неделе. Крис и Джо об этом как раз разговаривают. Смотрите, is doing и are talking – это все на вид present continuous. Но в первой ситуации Kate is doing an exam. Мы используем форму present continuous, но не содержание, потому что здесь мы говорим о планах, то есть о будущем. Крис говорит, do you think Kate will pass the exam? Джо говорит, yes, she'll pass it easily. И вот они между собой болтают. Как ты думаешь, она сдаст экзамен? Да, думаю, она его легко сдаст. She'll pass, она сдаст. Эта форма абсолютно не означает, что у нее есть намерение, она решила сдать экзамен на отлично. Или у нее есть план, она обязательно сдаст экзамен на отлично, потому что она уже себе составила такой вот план, что у нее все экзамены будут сданы на отлично. Конечно же, дорогие друзья, так нельзя говорить. Здесь Джо просто выражает свое мнение. Он говорит о том, что он знает, о том, что он думает по этому поводу. Он предполагает, делает предположение насчет будущего. Именно в этом кроется ключ для понимания Future Simple. Мы должны его использовать обычно в тех ситуациях, когда мы мгновенно принимаем решение, вот мы тут спонтанно решили, либо когда мы делаем предположение насчет будущего. То есть мы точно не знаем, будет это или нет, но мы считаем, что так оно будет. В этой ситуации мы используем will и won't. Давайте посмотрим еще несколько примеров.
Jill has been away a long time. When she returns, she'll find a lot of changes here. Jill очень долго в отъезде. Когда она вернется, то она обнаружит очень много всего интересного, много интересных изменений. Мы на самом деле не знаем, увидит она какие-то изменения или нет. Но мы предполагаем, делаем такое предположение, что, вернувшись, она обнаружит изменения. She'll find. Она обнаружит. Напомню еще раз, апостроф и double L – это сокращение от will. Where will you be this time next year? I'll be in Japan. Где ты будешь в это время в следующем году? Я буду в Японии. На самом деле человек абсолютно не знает, где он будет. Так сказал наобум. Ну, наверное, в Японии. Maybe in Japan. I'll be in Japan. That plate is hot. If you touch it, you'll burn yourself. Эта тарелка горячая. Если ты ее коснешься, то ты обожжешься. Мы на самом деле здесь просто выражаем свое мнение, предположение. Ну, если тронуть горячую тарелку, наверное, обожжешься, да? Вот подразумеваем вот это слово «наверное». Используем форму «will burn». You'll burn. Tom won't pass the exam. He hasn't studied hard enough. Том не сдаст экзамен, он плохо готовился. На самом деле неизвестно, может быть, Тому вообще попадется легкий билет, один-единственный, который он выучил, и он сдаст этот экзамен. Но я предполагаю, что так как он плохо учился, he won't pass the exam, он не сдаст экзамен. When will you get your exam results? Когда будут твои результаты экзамена? Мы никогда не знаем, когда они будут. Нам в институте говорят только примерно. Ждите результатов завтра. А когда завтра? Мы не знаем. Поэтому вопрос задан в таком вот неопределенном ключе. When will you get your results? Когда будут результаты? Ты вообще знаешь? У тебя есть мнение на этот счет? Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что форма future simple will do will. Go, will, see. Она очень часто в предложениях используется с всякого рода словами-паразитами, которые выражают наше мнение. Давайте перечислим эти слова. Probably, вероятно. I expect, я предполагаю, я думаю. I'm sure, я уверен или просто sure. I think, я думаю. I don't think, не думаю. I wonder, интересно. Посмотрим, как это выглядит в предложениях. I'll probably be home late tonight. Наверное, я сегодня буду поздно дома. То есть я не знаю, когда я буду, но я предполагаю. I'll probably be. Вероятно, я там буду. I haven't seen Carol today. I expect she'll phone this evening. Я сегодня не видел Кэрол. Я думаю, что она сегодня вечером позвонит. А она может и не позвонить, а может и позвонить. Но я надеюсь, я жду этого. I expect. She'll phone. She will phone. Don't worry about the exam. I'm sure you'll pass. Не бойся ты по поводу этого экзамена. Я уверен, что ты его сдашь. Так скажет друг, который подбадривает другого друга. Но на самом деле, может быть, человек и не сдаст экзамен. А это просто слова ободрения. Я уверен, ты сдашь. I'm sure you'll pass. Do you think Sarah will like the present we bought her? Ты думаешь, что Саре понравится подарок, который мы ей купили? Do you think? Ну, мы уже в прошлом юните говорили о том, что со словами I think и I don't think очень часто употребляется будущее, future. Поэтому не будем повторяться, а лишь разберем второй пример. I don't think the exam will be very difficult. Не думаю, что этот экзамен будет сложный. I wonder what will happen. Интересно, что произойдет? I wonder, мне интересно, или просто интересно. What will happen? Что случится? Will happen. После такого выражения, как I hope, я надеюсь, обычно мы используем просто present simple. Но можно сказать и в будущем future simple. Например, I hope Kate passes the exam. Либо I hope Kate will pass the exam. Надеюсь, Катя сдаст экзамен. Можно сказать passes, можно сказать will pass. И то варианты верные. I hope it doesn't rain tomorrow. Надеюсь, завтра не будет дождя. Обычно, друзья мои, мы используем will, либо как модальный глагол, это немного отдельная ситуация, либо в значении будущего времени. Кстати, сказать слово will вообще переводится как
воля, пожелание. Поэтому I will do можно дословно перевести как «я желаю сделать». Но вообще will здесь уже используется в значении вспомогательного глагола. Так вот, иногда бывают ситуации, когда will появляется в предложении, но используется в значении настоящего времени. То есть то, что происходит сейчас. Например, don't phone Anne now. She'll be busy. Не звони Ане. Она же занята. То есть можно сказать, она будет занята, но это не совсем верный перевод. Ведь она занята сейчас. Но в этой ситуации можно использовать will. Но вообще я бы сказала, что это частный случай. И лучше, конечно же, здесь говорить she is busy. Но как вариант запомните, что такое тоже возможно. Теперь немножечко поговорим о shall. Мы с вами уже касались немножечко этого глагола в описании. Мы используем shall с I и с we. В прошлом юните мы это подробно разобрали. В чем же разница между I shall или I will? We shall или we will? Ну, в первую очередь, это старая форма будущего времени, и она практически нигде сейчас не употребляется. Но если вы приверженец старомодного английского языка, то вы можете сказать не I will be late this evening, я опоздаю этим вечером, а I shall be late this evening. Либо вы можете сказать we shall probably go to Scotland in the summer. Либо we will probably go to Scotland in the summer. То есть и так, в общем-то, можно, но, друзья мои, я вам не рекомендую так делать. Все-таки современный английский отказался от shall в значении вспомогательного глагола будущего времени. В разговорном английском вообще, честно говоря, не важно, shall вы ставите или will, потому что мы в любом случае делаем сокращение и оставляем и от shall, и от will две последние буквы. We'll probably go to Scotland. Мы, наверное, поедем в Шотландию. То есть will go, неважно, we shall go или we will go, пишите сокращение, точно не ошибетесь. Отрицательная форма от shall это либо shall not, либо вот такой вариант как shan't. Shan't, посмотрите, shan't. I shan't be here tomorrow. То же самое, что I won't be here tomorrow. Но просто запомните это, друзья мои, как справку. Я, честно говоря, в современном английском давно не видела и не слышала вот такого вот сокращения. Но оно тоже есть, но действительно имеет место быть. По крайней мере, если вы станете читать какие-то классические произведения английского языка, старые, вы там найдете очень много всякого рода архаизмов. Например, если вы возьмете классику 19 века. Я уверена, что shan't вы там точно встретите. Также мы не используем shall с he, she, it, you и they. То есть shall работает только с I и с we в связке. Нельзя сказать she shall be. Можно сказать только she will be. She will be very angry. Она будет очень злая. Дорогие друзья, если вы посмотрите последние юниты с 19-го, начиная по текущей 22-й, вы составите себе довольно полное мнение о том, в каких же ситуациях можно выразить будущее время, каким способом в английском языке. Способов много, способы интересные. И в следующем юните под номером 23 мы подведем итог, поставим жирную точку, окончательно разберемся, чем же I will отличается от I'm doing, I will do и I am doing, то есть в чем принципиальное отличие. Но вы, в принципе, просмотрев все предыдущие юниты на данную тему, без труда сами для себя уясните, что, когда нужно говорить и использовать. Поэтому, если вы хотите получить полный итог по этим юнитам, то обязательно ждите и смотрите следующий юнит под номером 23, который выйдет очень скоро. А возможно, на момент просмотра вами этого видео юнит уже есть, и вы сможете его посмотреть. Урок провела Елена Викторовна. Надеюсь, вам все понравилось. Материал полезный. Жмите кнопку «Мне нравится», если вам действительно помогают эти уроки. Пишите комментарии. Пишите спасибо, если вы действительно хотите сказать спасибо. Мне будет очень приятно получить от вас обратную связь. Подписывайтесь на мой канал. Вы можете сделать это за один клик. Вот здесь вот у нас маленький квадратик. Красненький. Подписаться на канал. До встречи в следующих уроках. Goodbye.